Всем привет! С вами музыкальный магазин Glinky.ru. Сегодня мы представим еще одну новинку от компании Kurzweil. Это переносное цифровое пианино Kurzweil K70. Эта модель является несколько облегченной версией пианино Kurzweil K90, завоевавшего большую популярность среди музыкантов. Главное отличие от старшей модели заключается в облегченной клавиатуре, что позитивно влияет на вес инструмента. Такая механика обладает несколькими преимуществами. Во-первых, это очень быстрый возврат клавиши и несколько менее шумная работа. Kurzweil K70 может подойти для домашнего музицирования, для занятий композицией, тем более полузвешенная механика лучше подходит для имитации партий некоторых инструментов, например ударных, если использовать K70 как MIDI-клавиатуру. Цифровое пианино Kurzweil K70 выполнено в компактном корпусе и имеет вес всего 10 кг. В комплекте с инструментом идет педаль, которая отвечает за удлинение звука. Так же, как и K90, Kurzweil K70 можно поставить на прочную синтезаторную стойку или же дополнительно приобрести деревянную подставку Kurzweil KAS5, которая уже имеет встроенный блок из трех педалей. На инструмент установлена 88-клавишная полувзвешенная механика, которая реагирует на силу нажатия. Подобные клавиатуры несколько легче, чем фортепианные, но тем не менее они значительно более реалистичные и удобные, чем клавиатуры, установленные на большинство синтезаторов. Пианино располагает 20 качественными тембрами и 50 интерактивными мелодическими паттернами. Полифония у инструмента 128 голосов, клавиатура имеет 4 уровня чувствительности. Здесь есть такие функции, как возможность записи 5 треков, эффекты, метроном, разделение клавиатуры на 2 зоны, возможность наслоения звуков. Также присутствует возможность использования K70 в качестве MIDI-клавиатуры. На задней панели расположены разъемы: USB для подключения к компьютеру, классический 5-штырьковый MIDI-выход, разъем для педали Sustain, аудио-вход, аудио-выход и разъем для подключения питания. Два разъема для подключения наушников выведены на фронтальную панель. Kurzweil K70 относится к классу цифровых пианино с облегченной механикой. Из конкурентов можно отметить Yamaha NP32, при том, что K70 располагает большей клавиатурой с полноценными 88 клавишами, более широким функционалом и имея значительное преимущество в звучании.